Французская молодежь устроила вечеринку, несмотря на запрет публичных мероприятий. Сотни молодых людей, нарушивших все карантинные правила, засняли очевидцы. Молодые люди без защитных масок танцевали и кричали под громкую музыку в центре Парижа до тех пор, пока их не разогнала полиция. Напомню, сейчас во Франции действует третий локдаун. Под запретом общественные собрания с участием более 6 человек. Власти республики заявили, что ведут поиски организаторов вечеринки.